Kiek dabar valandų pas mus? 20. Ir štai mes, kaip ir praeitais metais, eisim į naujus metus su Dievo vardu, galvodami apie Dievą. Ir kokie nauji, kaip mes sutiksim naujus metus, taip ir tokie jie ir bus. Okay, now we are, as a previous year, we enter a new year with God's name in our heart, in our mind, on our lips, yeah, also. And, you know, as we enter in a new year, this, in what, you know, state of mind we enter, new year, this state of mind will be like in the basement of this new year, like in a dream. We enter a dream with some state of mind, and this state of mind will be the basement of all the dream. Ir taip kaip это так же, как мы в прошлом году вошли в Новый год с Божьим именем на устах, в сердце, в наших умах. Так и в этом году мы входим, и как мы начнем, в каком состоянии мы войдем в Новый год, в таком состоянии Новый год и пройдет, как основа, как фундамент этого Нового года будет это состояние. Так же, как и во сне, почему важно перед сном войти в состояние контакта с Господом, потому что тогда весь сон пройдет в этом состоянии. Также вот это важно, этот момент перехода. Момент перехода из бодрствующего состояния в сон, какие-то временные, опять же, во время смерти, да, то есть какие-то наши последние мысли, она полностью определяет наше будущее. Поэтому очень важный момент. Итак, кас не гирдею, никогда не мать.